Здравствуйте, меня зовут Наталья Бырдина, и я художник. Сегодня я представляю вам работу, которая показывает нашу социальную проблему в Украине. Проблему с войнами, проблему с Донбассом, проблему с пожарами, проблему с гибелью большого количества людей. И это в преддверии Нового года. К сожалению, не удается все время испытывать праздничное настроение, а нужно еще и говорить о более проблемных вещах. И эта работа называется «Лужа крови».